Вот приехал я на набережную. Сейчас 7 час времени. И вот смотрите, вся набережная освещена фонарями такими круглыми. И сейчас отвожу, смотрите, камеру в сторону. И смотрите, какое красивое зарево. А это зарево очень красиво отражается на рябе воды реки. Вот, обратите внимание, какое явление красивое. Вот здесь вот тоже поворачиваю камеру. Посмотрите, фонарь. И вот сюда вот тоже по периметру реки тоже фонари. Там дальше бригантина ночная. А здесь музей комсомольской славы. И вот теперь веду обратно. Опять там на другой стороне реки, видите, тоже огни города. Здесь опять фонарь. Вот освещает угол набережной. И опять посмотрите, какое красивое зарево. Ну просто великолепие. Отражается различными красками. И плюс фонари, которые идут, стоят прямо рядом с дорогой, вот их тоже отражение, видите, полосками такими, отражается в этом, в водной глади. И вот по всему, по всей длине, там автомобили ходят, там мостик, вот, и вот, их просто не видно, автомобили. Наверное, видно кому-то. Ну, там вон автомобили ходят дальше. И видите, на небе зарево отражается в реке. Вообще красота, красотулечка. Мне так понравилось это. Видите, да? Какая красота. Великолепно просто. А сейчас я хочу попробовать приблизить. Не знаю, получится у меня, нет. О, приближается. Видите, вон, видите, как рябь видна. Вот она, рябь. Рябь воды. Но сегодня спокойная вода. Значит, как бы волн таких сильных нету. Но все равно. Четко можно все рассмотреть. Вот. Красиво, правда? Вот вроде бы ночь. Приехал ночью. И все равно найдешь какой-нибудь эпизод из красоты природной. Вот так вот. И вот сейчас опять перевожу на саму набережную. Здесь берег высокий. Вот видите, он вымощен весь. Тут лестница идет. Но ее, наверное, не видно. Там вон машины ходят. И вот опять я веду в сторону реки. И вот такая вот красота. Ну, специально снял вам это видео, чтобы вы полюбовались вот таким явлением красоты. Видите, как солнечные лучи выбиваются, и на небе, и в воде отражается вот это вот такой закат. Ну, красивейший закат. Всего вам доброго, уважаемые подписчики. До свидания. Вот этим я хотел с вами поделиться. Желаю всем здоровья.